Пишем. Так, я партию показываю. На балансе нужно сначала перенести вес и, наклоняя корпус, остаться на этой ноге. Перенести вес и полностью остаться на этой ноге, не переходя вот так, таким образом в следующий, да, раз и остались. Второй момент был про локоть, чтобы здесь он был в контакте плотным с партнершей, тогда партнерша будет точнее чувствовать, когда мы меняем движение, когда мы останавливаем и выравниваем наш корпус. Это по поводу вот этих волн. Далее, при переходе с базового на латерал, базовый шаг левый, раз, два, в закрытой позиции. Мы отошли с левой, раз, и дальше на месте, и правой обозначить новый шаг. Так, так. То есть и с левой энергетический тум показываешь, левый, шаг, шаг, и правая, да, отойти чуть больше на новое место, чтобы правая тоже чувствовалась. На вираджине все хорошо, когда мы делаем на месте, зеркально, да, мы обнаружили, что мы и, да, и вместе, бедро к бедру, с правой ноги вместе идем, правая закрыл. Когда разворачиваешь на 90, все хорошо тоже. А вот там, когда вращаешься много, когда на 180, лишних шагов не делать, первый шаг сразу к партнерше, как будто за нее, чуть больше заворачивая. Раз, второй шаг сюда, два, и, ну, то есть тут чуть амплитуднее шаги. Раз, и только три шага, зеркально выйти. То есть только вот эти нюансы у нас будут. И еще латерал начинается с одной ноги, там, и с другой ноги, в зависимости от положения рук. То, что если на длинных руках... Если у нас в закрытой позиции, да, то закрытой, я начинаю из правой начинаю. Раз, дальше наделать просто на месте, да. И справа уже полноценный латерал. Да, 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 то есть с разных ног, да. Базовый, раз, два, три. Мы с левой сразу делаем в сторону, вперед. В правую сторону, вперед. Да.